Ставьте плюсик в чат, если слышно. Мне вообще плашечка появилась on-air. Это типа в полете? Я не знаю. Я вроде никуда не собирался. А? Ну, на ВДО. А мне можно объяснить, что это такое? А, а, о, здравствуйте. Парадигма. Давай я буду сегодня на комментариях, значит, ты же ведущий все-таки, да, этот, я буду на комментариях, а ты будешь вести это все дело. А мы потом посмотрим, он пишет, что у тебя звука-то нету. А ты свой-то поток захватил. Ах. Вот это я молодец. Это я молодец. Всем здравствуйте. Спросил за звук. Слышно ли плафона но меня было не слышно. Вот это прикол. Парадигма, привет. Ильдар Ю привет. Да, Джон привет. Дорис Кью привет. Всем здравствуйте. У нас сегодня будет простой посиделковый вечер. Будем обсуждать, наверное, новости обсудим. Что у нас были за новости? Есть один маленький... А, кстати, новость. Но в новостной надо его пихнуть. Давай пихну в новостной. Есть канал, который я не использую никак вообще. Называется «Поток». Кто не подписан, есть, подписывайтесь. Да, есть такой новости Linux. Linux поток. Да, всем здрасте. Слушай, ну на Рутубе комментарии. Во комментарии. можно выключать чат на Рутубе. Много пишут, да? Да, просто не успеваешь читать. Согласен. Не, ну слушай, ну все работает вроде как, вроде как все работает, вроде как первый стрим, вдвоем, а я бы все работает, надеюсь, со звуком только ложанул чуть-чуть в самом начале, а вообще нас слышно одинаково по, по громкости, ребят, скажите, скажите, как, как слышно меня и как слышно его? насколько интересно отстает все остальные трансляции. По идее, на Твиче прям было один в один, когда я стримил с кашечкой, А, одинаково. Шикарно. Значит, я все верно строил. И мне даже показывали все правильно. Это просто куречно. Что ж, что ж. Какие у тебя последние новости были, которые тебя прям зацепили? Были ли какие-нибудь интересные? вот последняя новость я же ее публиковал недавно обновил систему улетел в Steam с протоном на регулярке на альте регуляр. когда будешь уже уходить с регулярки а что не постабильнее а? не а зачем все я уже тут надолго я сел мне, мне стабильно заносят что мне это Куда мне париться, -то. с Федорой не заносили, сальты, сальто заносят. Да нет, куда, зачем? Мне уже все на... Я же писал, как-то на этот на пост на канал, что ты когда привыкаешь что-то одно настраивать, мне уже так лень, если честно. Я просто этим пользоваться стал. Вот Наконец-то, вот, прямо окончательно стал просто пользоваться. Я, я вообще не вижу разницы, когда вот эти уже комментарии пишут: типа, поставь там арч, поставь там угун, Вообще пофиг, все что угодно можно поставить. Вот действительно типа, ну без эзотерики такой типа генту там вот это слак, вот это ну, это прям ну специфика. А если из-за такого вот из-за то у тебя зажегся пингвин. А у вас? У тебя у тебя у, у тебя голова между лапок пингвина. То есть, пингвин стоит сверху нас, над нами так сказать. Вот. А ты что? Какой, какой системой ты пользуешься? А я Skype. Skype. Отличная операционная система. Нет, кроме шуток, вообще... А, симпером, к симперам. К симперам этим. У меня к симпер стоит, кстати. Может, кто-то не знает. Но тут прям это довольно странно мне оказалось. У меня к симпер стоит только на основной системе-то. И только потому, что там NVIDIA из коробки Просто нет ни одного нормального регулярка, ну, регулярной сборки. Где была бы Nvidia из коробки, чтобы не приходилось вот это вот. Пляски с бубном устраивать в, в самом начале. Особенно при установке. На всех остальных системах стоит просто обычная регулярка. Что на макбуке, что на, на, на ноутбуке. И даже на. Кстати, я тут недавно на Raspberry Pi раскатился. Если я Raspberry Pi тоже с альтом. Вот это вообще прикол. Прикол был, как я ее раскатывал, потому что инструкция... Точнее, как, если у вас хотя бы раз была малинка, и вы накатывали малинку, ты такой ожидаешь, что раскатил образ на флешку, ну, на этот microSD, вставил ее, запустил, у тебя запустилась система. А тут ты раскатываешь образ на micro, microSD, вставляешь ее, запускаешь, а у тебя установщик. Ну, точнее, там не установщик, как оказалось. Там настройка системы открывается. Но просто это было максимально неожиданное поведение. Ты такой запускаешься, а у тебя установщик. Ты такой, а что делать-то? Я сначала поругался в чате, мне сказали, типа, а ты это пробовал пройти его? Я такой, нет, у меня там ни клавиатура, ни мышка не подключена. Я ожидал, что запустится. В общем, оказывается, если пройти настройку, то она просто запускается и работает. А там обычный МТ. Даже шустер работает на 3B. Как-то так. Тут пишут, что в целом громкость одинакова, но у плафона. Но тут, походу, не в стриме дело. Парадигма, пожалуйста, можно по ну, объяснить более доходчиво, что-то непонятно. Чего плафона? Тибериус Август пишет. Это с Древнего Рима. Тибериус. И привык жить Чего на Федоре, Федоре годами. Ну, с Древнего Рима, Это сколько лет Ща, на катал, Федоре. Еще. Да, хотя тоже дистрахопил периодами. Все же тянет на альт попробовать просто из любопытства. Я отвечу, наверное, на... я, ну, типа, если у тебя на Федора все работает, то вот вообще нет смысла менять на что-то другое. Ну, типа, не, не только дело не, не в альте, но что, но если ты годами уже сидишь на дистрибутиве, что нового ты увидишь в альте. Но, с другой стороны, у Альта есть свои преимущества в плане того, что для российского пользователя это первое огромное комьюнити сейчас разрослось. То есть, если ты по попытаешься зайти в комьюнити Russian Fedora, то ты явно не получишь такого теплого приема, как ты бы получил в новоиспеченных сообществах Альт-Гном, Альт КДЕ основанные по регуляркам. Там прямо очень круто. И второй момент это инфраструктура. Мы живем сейчас в такое непонятное время, когда сегодня разблокировали, завтра заблокировали. Поэтому с точки зрения практичности, вероятнее всего, лучше сидеть, ну, лучше использовать, стараться использовать русскоязычные аналоги. И третий момент, то что... Альт, он самобытный дистрибутив. Ну, то есть он, он уже давно не основан ни на чем, он развивается сам сам по себе. И это тоже прикольно. То есть сразу отпадают разговоры пути того, что там полигон, не полигон. Поэтому вот если только в этом плане интереса. В плане того, что мне когда нравится, заходит с вопроса типа сразу с наезда такого, а что этот, чем лучше альт той же условной Федоры или Арча? Он не лучше. У нас же зоопарк дистрибутивов. Ты когда идешь в зоопарк, ты же не только не, не подходишь там к слону, к жирафу, говоришь, жираф, вот, а типа, чем ты лучше слона? Да? У тебя зоопарк, ты просто смотришь на все и выбираешь Кому вернуться, к какому животному вернуться? Вот у нас и так же здесь и будем. И поэтому лучше или хуже в плане того, что Альт сейчас для, лично для меня вышел на уровень, когда им можно спокойно пользоваться и дома, и на работе, и иметь, скажем, условно одинаковую систему во всей твоей сфере деятельности. Это прикольно. Ну, с этой точки зрения, да. То есть на, на работе безусловно, условно имеешь LTS, которая основана на стабильных платформах, это P11, P10. Там. А Дома, допустим, используешь регулярку. У тебя и то, и то альт, и, и ты как бы проблема, если у тебя какие-то слова, ты точно можешь прочитать это в сообществе, как я, например, это не сделал, и обновился, у меня улетел Steam с протоном. Если бы я зашел в сообщество, элементарно просто прочитать последние посты в Телеграме то я бы увидел, что ребята уже написали как бы, внимание, есть такая проблема, обновитесь. И в этом вот, вот сила Альта, того, что сообщество зарождается на наших глазах. Есть старое сообщество, условно, которое было до этого, и молодое сообщество, которое формируется вокруг регулярных. И вот это тоже прикольно. Как бы есть, у вас есть два выбора. ЛТС или более роллинг такой подход. Вот этим может быть интересен Альт. А с другой стороны, если у тебя все работает, если устраивает Федора, зачем что-то менять? Мы всегда об этом говорили. Агитировать, кого-то на смену дистрибутивов. Пока тебе это интересно, пользуйся. Перестанет быть интересно, как, допустим, сейчас мне я просто пользуюсь этим дистрибутивом, и меня все устраивает, и все. Короче, хотел добавить. Мне тут недавно из Росы написали, точнее, меня тыгнули в России. Чтобы в Вальте. Чувак, короче, спросил. О Бальте в, в чате расы почему-то. Ему там ответили, спрашивая Антоху. А, суть была вопроса такая, что у меня же я же сейчас за BS стримлю, и в OBS у меня работают все плагины. А чтобы все плагины заработали, мы пофиксили флотпак. Там нужно доставить еще один пакетик, чтобы все заработало. А именно заработала SSL а, для браузерных плагинов. Есть один маленький косяк. Короче,. Новое молодое сообщество активно пинает сизив, а вот P10 все еще очень старый и очень багованный. Типа прям сизив сильно отличается на сегодня после года. Сколько мы уже, по год? Даже больше года уже на Альте сидим. И за это, это время. Уже, да? да, уже куча народу зарепортила множество багов. Их уже. Их поправили, а они все еще не в P10. Ну, то есть P10 разительно отличается от P11. Даже P11 до сих пор еще может сильно отличаться от Сизифа, потому что Сизиф еще больше сейчас багов закрывает. Там еще больше народа появляется в Альте, и, и все больше активных народа появляется, которые активно репортят баги. А их активно закрывают. На радость-то. На радость нам. Можно отрепортить по-русски. Тебя по-русски пошлют. Иди, рассказывай лучше про баг, который ты получил. И потом тебе также по-русски скажут, что все готово, иди тестируй. Оно там и правда готово, и чаще всего работает. Это, конечно, прям просто замечательно. Давай по вопросикам, наверное. Тут Джон uh, Ньюс спрашивает: расскажите про VMDM. Чем пользуетесь, как вообще относитесь к гном, к таллинговым штукам. Я могу в целом начать. Ну, мы, собственно, с плафоном сидим на «Гноме». КДЕ в наших сердечках сидит э, на стимдеках. А таллинговые штуки — это, конечно, прикольно. Но конкретно я вообще VM-ками не пользуюсь, потому что я не особо вижу смысла заморачиваться настройкой. Объясню банально. Типа хочется от компьютера, чтобы ты вот сел, и он работает. Чаще всего сел и работает либо КДЕ, либо «Гном», ну, иногда XFSE это чисто по по вкусу, так скажем, поднасыпать. Сейчас, возможно, Космик придет, и он немножечко немножечко подвинет гном, но это посмотрим еще. Сам тайлинг я не очень понимаю смысл тайлинга, кроме как то, что можно задрочить кнопочки и очень быстро оставлять окна. Мне больше радует вот есть Linux тех типс вроде канал. А, и вот он сам живет на DVM, насколько я понял. Вот прям последние ролики его на DVM. У него типа одно, одно рабочее пространство, одно окно, а может, два окна. Вот здесь еще есть какой-то смысл, когда ты при, прям пинишь рабочее пространство на окна и просто по ним прыгаешь. Но, как я понял, вот у Саши и у меня это просто нажимаешь Super 1, 2, 3, 4 на ну, доке выставленные приложения и точно так же между ними переключаешься. <связь> и в этом плане я не особо вижу смысла. Ну, то есть, если хочется какой-то быстроты именно ход кеев, тот же Hyperland, да, прикольная штука, OSMVM VM, там, i3 прикольные, но с ними надо разбираться, то есть надо сесть, понять. Особенно, как Hyperland встречает тебя. Hyperland встречает, ты ставишь Hyperland, если ты вообще ни разу его не открывал, ни, не копировал конфигурации какие-либо готовые, он тебя встречает, типа, нажмите такую-то комбинацию флави, чтобы открыть приложение, и собственно конфиг находится вот там по пути все у тебя больше ничего нету такой типа здравствуй <laughs> иди и изучай мануал типа это прикольно возможно если у тебя прям куча времени и ты готов на это тратить время М -м да может быть но с моей стороны я типа вообще не вижу особого смысла то есть оно прикольное было наверное когда у тебя были маленькие экраны может быть как-то чтобы совсем не было никаких декораций у экрана и прям максимально занять всю площадь но тут вопрос, типа, если в этом смысл? Ну, я, я конкретно не верю. В самом тайлинге, сам сами, типа кошки расставить мозаикой, штука офигенно прикольная. Но опять же, у нас есть горячие углы в том же гноме и КДЕ, то есть можно как бы в половину, в четверть замостить окно. Было бы желание. Давай, наверное, в перерывах между ответами этот, я буду почитывать комментарии, чтобы не убегал чат вперед, потому что активно пишут. Давай, давай. Значит, тут целебные звуки пишут: ребят, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность на альту установить резал Я два года монтирую ролики на канал, да, можно да, и руки. обычную версию и студию. А, прикол и в том, что есть разница между бесплатной версией виндовой и на Linux. Я понимаю, что не все готовы покупать за 300 с чем-то там евро лицензию на на студию DaVinci. Значит, на бесплатной версии нет поддержки контейнеров и кодеков H264, H265. Только есть поддержка MPEG-4 и все. То есть и для звука только PCM. Больше ничего другого нету. AAC, вот этих кодеков, все, к чему привыкли люди монтировать, но обычно все, что записано на телефон, на камеры, оно не воспроизводится в бесплатной версии. К сожалению, это одно из ограничений, искусственных ограничений самой Blackmagic для Linux, поэтому вот так это как следствие. На студийной версии, значит, H264 H265 работают, но опять же есть проблемы с AAC для звука, то есть его придется конвертировать. В любом случае можно и с бесплатной версией пользоваться. Единственное, что придется использовать костыль для того, чтобы переконвертировать свои исходники в MP4. И вести они будут чуть больше. Можно это делать и в ProRes, но в ProRes прям безумно. Он на самом монтажным кодеком является, да, но он прям безумно много места занимает проще всего в Impact 4 и потом просто перекодировать отдельно звук. Да, костыли, да, неудобно, но тем не менее при желании можно пользоваться. Я так монтировал около года, и ничего, привыкаешь. Меняется немножко стиль работы, то есть ты изначально понимаешь, что если ты готовишь там какой-то отрезок, ты его конвертируешь. И потом с этим работаешь, спокойно монтируешь. Да, если честно, этот алиас настраиваешь, закидываешься в папочку, алиас жамкаешь, и оно полетело, и все перекодировалось. Ну да, в целом. Это все есть, кстати, в, и в Fedora, и в AltZero. Именно в разделе до алиасов можно забрать это. Вот. А так а... да, Alt мы сейчас запустили даже на Intel, так что и на Intel работает DaVinci Resolve, на арках которой, на новых. Mm. Ты расскажи, Еще расскажи, расскажи Джоньюст, да. про таллинг, Как тебе, как ты относишься? Гномка да е таллинговым штукам? Так ты же, в принципе все рассказал. То есть я даже мне некоторые присылали посты в личку про то, что скоро в гноме появится свой талинг. Ну то, что они этот... хотят это нововведение сделать автоматическая расстановка окон. Нет, ну, типа я восторга вообще не ловлю в принципе, потому что для меня это вообще не нужная вещь. Я и гномом по сути это не пользуюсь особо в плане того, что как, как рассказывает философия гнома, то есть одно окно, один рабочий стол. Я этим, этого тоже не придерживаюсь. У меня сейчас широкий монитор, такой широкий, он и открыто там вот три окна у меня сейчас: чат, и Телеграм, то есть. Если надо, я, я использую шорткаты, да, очень много использую шорткаты в последнее время для закрытия окон, для открытия окон, для использования э, использую Dash, то есть супер 1, супер 2, супер 3, причем у меня они, приложения на всех компах выставлены одинаково, то есть у меня первые 10 прилож, ну, 9 приложений, да, они прям всегда одинаковый, то есть я я вслепую просто набираю это. Мне нужно найти какое-то другое приложение, я просто нажимаю супер и начинаю печатать начало. То есть это прям максимально и айфоновский подход и Android. ну и на пикселе примерно то же самое. То есть я не захожу в меню искать приложение, я прям набираю. Ну да, сейчас через поиск, поиск открывается. Поиск. Да. да, то же самое ну, я использую. И, и, все, остальное все, весь гном, он увешан шорткатами, то есть создать новую папку, там отдельное окно, окно переместить, это можно окно переместить на второй рабочий стол, на третий рабочий стол, можно стрелочками перепрыгивать между рабочими столами, то есть вот в плане маневра, я когда монтирую, я все, и всеми этими фишками активно пользуюсь, чтобы не было, в плане того, чтобы не было мусора. В последнее время я стал больше использовать DaVinci именно файловый менеджер встроенный в строе, сам DaVinci Resolve, как это правильнее делать с точки зрения монтажера. И, но тем не менее, мне во время монтажа куда удобнее, чем не, не на как на KDE, да, мышкой открыть браузер, а просто нажать кнопку Супер, у меня там все расширилось, я быстренько вел там браузер, все перекинул на один рабочий стол, на другой рабочий стол. То есть это можно делать и через парашют. Сейчас они внедряют это и в само КДЕ. Горячий угол есть, там также есть режим overview. но не знаю, он как будто бы не настолько плавный, не настолько на... он не ощущается нативным. Вот. Что бы это ни значило, но, блин, он не ощущается частью системы. В гноме это прям это сам гном. Вся его суть. А на телеке, как он смотрится божественно на телеке, блин. Кто это бы планшетный. что ни говорил, планшетный режим. Да, у меня огромный планшет, просто безумно производительный планшет. Но это так удобно, просто невероятно. С этим дэшем особенно. Я сейчас через э, кастомное меню, через э, э, ало -а -а карт надел себе ярлыков. Там YouTube, Руту, VK, и все. Мне не нужно искать эти приложения, ничего. Я просто открываю супер, там два супер, три супер, четыре у меня сайт открываются. Все, я я просто этим пользуюсь, я вообще не заморачиваюсь больше. КДЕ, не КДЕ. На Steam Deck есть КДЕ? Отлично. Буквально недавно э, себе ставил э, Gotofour PSP-шный через эмуляторы. Я вообще клаву муж не подключал к нему. Он так офигенно работает именно через э, курки, да, и через так mm -hmm. вот эти на Steam Deck. Е. Мне просто, ты просто лежишь на диване и управляешь системой. тоже удобно. Плююсь ли я от КДЕ, то, что у нас на есть КДЕ? Нет. ВМ, а зачем мне ВМ? Ну, типа, я, я, я понимаю, когда ты молодой, горячий, ну, вот эти все дела прошлых лет, вот, тогда оно интересно разбираться, и ты испытываешь кайф от того, что ты настроил, черт, я настроил это под себя, понимаешь? А со временем лень побеждает. И ты такой, блин, ну она же уже настроена за меня. Да? Я буду просто этим пользоваться. Вот поэтому она отпадает. Я бы еще сказал, что она отпадает. Вот у меня настроены кастомные горячие клавиши, которые я сам себе настраивал. И в целом, прям идеально иметь, типа, у тебя есть база какая-то основная, как в гноме. И ты только там парочку каких-то там открыть терминал, открыть, может быть, браузер, открыть что-нибудь еще, там такой прям специфичный, там какой-нибудь скрипт, чтобы ну. дернуть. Чисто на комбинацию ну, клавиш, да. и все. Вот, вот типа кастомизация ограни ограничивается, там ну, 10 кастомных команд. И как бы все. Больше тебе ну, сами не нужно. Не, ну алис это тип, чисто терминальные, да. Ну, вот типа вызов того же алиаса, прям в папке, можно сделать комбинацией клавиш. Все. И что тебе еще нужно отчасти? Ну, у меня еще, допустим, до дополнительно настраивается, допустим, Super F. Это у меня прям расширяет окно на, на весь экран сразу, фулл-скрин uh -huh. делает. Супер Q у меня значит закрыть, и uh, Ctrl B. Ну да, это уже в браузере. Это уже другое, uh, и супер Enter у меня с uh, этого терминала открывается. Я что-то очень давно не использую. Супер Т или Ctrl-Alt, как стандартный, а uh, супер T Я откуда-то откуда это откуда уволок-то с какого-то тайлинга тоже было. Супер Т. Я что-то так привык. Мне так удобно под одной. Под одну руку супер ложится, под вторую ложится Enter. И просто такой uh -huh. щелк, и у тебя терминал открылся. Нужно расширить его. Ты такой Супер F перескользнул. Ну, то есть это настолько со временем отрабатывается, что ты, просто у тебя система на пальцах висит. И типа, и зачем тайнинги? Зачем это? И что ну, зачем менять что-то? А причем, э, хочешь прикол, <coughs> со мной, конечно, не согласятся сейчас. Скажут, что я не разобрался, но. Я пытался точно так же настроить под себя КДЕ на Steam Deck через э, шорткаты. И оно почему-то, ну не так оно работает, как оно как будто бы не срабатывает, как будто должны какие-то звезды сойтись, чтобы у тебя шорткат корректно отработал. Вот такой прикол был. Вообще не знаю, не настраивал давно на КДЕ. Вот так. Давай-ка чат надо почитывать. Вот они так. Попробовал Федору для первого, для первого Linux а из стимовской Индии субнаутики. Вероятно, после какого-то обновления Linux а Steam а игра начала выедать 35 гигабайт памяти за 5 минут, и Linux а зависал, отложил linux а пока. Не знаю, у меня такого вообще не было. Вот эти сказки про утечку гнома, они же еще с гном 3, да? 3.18. Да, там, там очень да, старого гнома типа гном давным-давно уже не течет и вот прям разбираться надо А может игрушка течет они а не, а не steam и не linux ну, но, ну может игрушка течет субнаутика а ну так ради интереса секунду я зайду почитаю на протон дб что пишут за а я пока комментарий прочитаю да, я тоже считаю бессмысленно сравнивать дистрибутивы в плане чем лучше, может быть, по какой-то специфике есть лучше, как домашняя воркстанция, все хайповые дистрибутивы равны. Там есть мелкие отличия, но они прям настолько мелкие. Ну, в плане, что иногда бывает у Ubuntu чуть лучше каких-то патчей на, навалено ровно под вашу машину. Такое случается. Либо ядро собрано чуть-чуть иначе, чем у, других, у другого дистрибутива. Потому что, например, ядра собраны у всех дистрибутивов, хоть и плюс-минус одинаково, но есть маленькие отличия. И это ответ на вопрос, почему иногда бывает, что типа я ставлю арч, у меня все работает. Вот поставил Федору, а тут нифига не работает. И такое может быть, прям потому, что вот один флаг какой-то, который вот критичен для вашей машины, для вашего железа, есть в арче, нет в Федоре. А по набору именно софта они, правда, очень-очень близкие близкие. Ну, Арч, понятное дело, сам собрал. А Какая-нибудь там Манжара, Убунту, Федора, какие-нибудь такие хайповые большие воркстанции. Да, они прям будут примерно одинаковые. Привет, парни. Что такое большого по вечера? Хороший почитал день. я за игрушку. Да, нет за таких проблем. То есть на протон ДБ вообще нет проблем. Она идет. Примерно идет отлично у всех. Вот у, у кого-то на видео бывают какие-то проблемы. Ну, но... то есть, но опять же, классика. в плане в плане просадок. Да, в плане просадки. А чтобы так именно что-то не не работало в плане утечек, нет ничего. Тут как бы, опять же, многие как, как, как это сказать, чтобы не обидеть, господи. в плане того, что она придумывает много себе, могут, могут придумать и типа не разобравшись, поспешить с выводами, вот. И не факт вообще, что виновата игрушка, не факт, что виноват вообще Linux, там. при желании можно разобраться, но не факт, что вообще была утечка в этом плане. Ну, наверное, просто человек пострелял по процессам, да, и потекла игра, не знаю. Не Странно это все. Ох, на Рутубе есть комментарий. Да, от Павла. Всем привет. В играх нет 4К разрешения в Вейланд. Переключаюсь на X, 4К появляется. Карта Nvidia. Поясните новичку. Пытаюсь разобраться, что у меня не так. Жги. Жги, касатик. 560-е драйвера вам нужны. 560-е драйвера все еще находятся в приальфе, в прибыте такой. Вот когда они выйдут, говорят, все все поправится. Ну, прям не, не совсем все-все, но ждем. В Альте пока их нету, потому что они еще нестабильные. Скорее всего, когда выйдут стабильные, поправится еще куча багов. На 560-х и правда уже... на Федоре 560 и правда уже доступны. Ну, вопрос, где сидит Павел. Ну, на сегодня я сам сижу все еще на иксах, просто потому что иксы работают хорошо особенно в плане гара. Так, так говорят все. Так говорят все обладатели зеленых карт. Ну потому что а у что, всех нет? одни и те же проблемы. А знаете, <laughs> а знаете, а знаете, кто еще так говорил? Консольщики раньше, когда PS4 была, все кричали, что 30 FPS хватает, да, этот. А потом все перешли на плойку пятую и такие, о, что-то уже 30 FPS как-то не, ну, очень, да, уже обратно возвращаться как-то не хочется. Вот так и, и те, кто сидят на видео, такие, да, Вейланд, что там Вейланд, такие, он так плавно у тебя работает на МД, да, не, ну, в принципе, иксы нормально, да, еще можно пожить годик-два. Да нормально на иксах, она, по крайней мере, работает нормально. для начала. Ты выбираешь систему не то, как она плавно работает, но постоянно у тебя просто вот эти флешбеки вьетнамские. Конечно. Электронных приложений. Конечно. Приложения. конечно. <свят> Зато <свят> все остальное работает. Нейроночки работают. Прокидывание в карточки в пассеру работает. Мне, И, я Мэм... тебе сказал, мне от Nvidia только жалко, что у меня нету венка для ОБС. Вот, вот это прям тема вот. И все. Да а, ты же можешь махнуть стрелом? эти карты с пекарни, которая игровой. Там есть у тебя даже АВ 1 уже, Подок. Так я не хочу зачем мне это? У меня там кратес идет 4-4к 120 FPS. Даже не думал вообще. У меня была такая мысль, потом я такой бриз-приз, бриз, бриз, Нет, 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 все нормально. Да, да, такого, да, да, да. Если честно, если честно, у меня есть АВ-1 на минике, и вот у меня все руки не дойдут. Вот там есть, да. Я я, как конкретно эту коробочку могу настроить, конкретно для стримов, то есть прокидывать основной комп через э, Авермедиа, но мне не нравится, что Авермедиа выдает только Full HD и Full HD шикальный. А это надо менять э, карту захвата. А карту захвата хорошую брать, она должна была писяжной быть. А как ты в миник ее запихнешь? Ну вот вот эти все моменты mm -hmm. и и поэтому пока что это Пока что непонятно, что вообще будет с Ютубом, Рутубом и как бы тратится сейчас ну, да. э, с, семейного бюджета. Как-то мне этот, пока, пока что совесть не позволяет даже такие маневры у себя в голове. Ну, ладно, покупать. сейчас еще пару раз занесут и совесть пройдет. Да, так я же на кого и давлю. Да покади ты, дай ты мне сказать, вдруг тут эти чиновники э, с Linux сидят, занесут. Павел написал, что у него альсизив как раз. Так что да. Там только 560-е ждать. Что у меня? Что... Антон, что ты сделал у меня с микрофоном? Почему у меня плохой микрофон? Я меня все это... поправил. Я поправил уже, да. Я нашел. Я, у меня, оказывается, и рабочий стол еще был. Это он. Вот мой микрофон. Вот он. Вот. -то он. What -what -what вот он. Вот, 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 вот он. Где ты там? Где ты все на стриме? Я а? уже ]iate. все прочитал и поправил. Надеюсь. Пускай пишут. Откуда вы читаете вопрос? А мы читаем с чатика, который агрегирует у нас сразу и YouTube, и VK, и RuTube, и, и что только ничего. Как-то так оно. Я тут такое расширение поставил для таллинга. По случаю покупки монитора 21.9 на 34 дюйма. Это очень славно оказалось. Переучиваюсь окна на весь экран открывать, глаза расходятся на таком мониторе. Mm. Да, Есть вот. такая тема, очень быстро привыкаешь на самом деле. Потом в итоге, и у меня, знаешь, как получается вообще, я когда записываю, допустим, что-то с озвучить, да, надо. И ты просто открываешь блокнот на весь экран, у тебя вот такой текст, и просто такой вот так, да? Пошло и... чтение. Да, и это ты просто автоматом начинаешь. Одну, в одно в окно в одну сторону, в другое в другое, и все. И центр у тебя остается либо открытый, ты можешь... У тебя... Подожди, я давно не вел стримы. Так, объясняю. Значит, одно окно влево, другое вправо. У тебя центр остается открытым. В Gnome Twix можно выстроить так, что у тебя новые окна, они центрируются, открываются по центру. И получается у тебя, что окна твои не загороженные по сторонам, а в центре у тебя открывается, допустим, тебе нужно открыть на время проводник. И ты открыл проводник и закрыл. Все. И у тебя центр остается чистым. У меня обычно так. Да. Я все. Все так. И провокационный вопрос в студию. Всем здравствуйте, всем привет. Расскажите, плиз, как обстоят дела с онлайн-играми на Linux. Следующий вопрос. Да все плохо обстоит, и дело тут не в Linux, и дело в разработчиках, которые не хотят завозить поддержку на Linux, так как говорят, что дистрибутивов очень большое количество, и тем самым это будет являться лазейкой для недобросовестных игроков, а так как наши святые, святейшие античиты защищают нас для того, чтобы наш гейминг был непоколебимым, честным, и все вот это вот, все с наклейками перекрести на экраны, то, соответственно, на Linux этого мы делать не можем. И до свидания. Все, особенно таким офигенным, значит, у нас апостолом всея античитов в мире выступает такая прекрасная компания, как бесплатный магазин бесплатных покупок Epic Games, который открыто состоит в противостоянии не только с Apple, Google, но и со Steam, и, соответственно поддержку на Steam Deck или на какой-либо другой Linux, таких проектов, как PUBG и все остальное, завозиться не будет, так как есть технические причины. Какие, нам не объяснили. Вот и все. Поэтому тут дело не в Linux. Тут дело все вот этой игровой схеме. Вот так. Но если программисты есть, что добавить, я это чисто с потребительской точки зрения обрисовал. Ситуация, как я ее вижу. Да. Константин Шустрый спрашивает, что такое шоткаты? Можно поподробнее плиз? Шоткаты — это горячие клавиши в гноме. Настраиваются в Пуп -пуп -пуп настройки. Клавиатура. Клавиатура. Там есть у нас Ту -ту -ту. просмотр изменения комбинаций клавиш. И дальше понеслась, что хочешь сделать дополнительное. Там и дописываешь также дополнительные клавиши, это можно добавить дополнительные комбинации клавиш, добавляешь дополнительную комбинацию и какую-либо команду можно вызвать. Вот это мы про вот это. Вот это про шуркаты. О, с нами друт, Gamer Station Linux. Жена после гнома сказала, КДЕ нелогично странный, хотя настроился так же, как и было в гноме. Ну, там есть доля правды же там. <laughs> Он не то, чтобы, не то чтобы нелогичен. Он скорее то, что KDE слишком много дает. Ну прям очень много дает. И ты сначала этот, надо понять его логику. А логику у него хоть и есть, но она немножко другая. Ай, не знаю, мне Linux тоже... Эх, мне гном как-то ближе. Но учитывая, что я еще на маке долго сидел после Мака гном вообще максимально близкий именно по ощущениям то есть если хотите настроить вот прям визуально неотличимые системы КДЕ максимально ближе к Маку там и есть и менюшка которая в, в статусе находится ну, в смысле можно туда вывести можно и джина сделать и все что хочешь сделать и КДЕ максимально под это подходит но вот именно по ощущениям и философии гном почему-то ближе к Маку а ты уходил, когда был гном 3.18, когда тот период, когда гном именно начал лагать, ты как-то ты же не пользовался тогда гномом? Чем ты пользовался? Я тогда, наверное, еще Linux не пользовался. Это какой год? А, ты не пользовался еще тогда Ага. Я ж Потому на что Linux у меня сел с 19 -го переход, года. Переход был именно конкретно в тот период, когда были вот эти подлагивания, когда гном стал таким так сказать, он не, ну не то, что лагал, он, он плохо. Я выглядел помню, на когда я, я начал тебя экране. смотреть вместе с Редрутом, это в тот момент я пересел, собственно, на линию, это девятнадцатый год был, и тогда не то, чтобы проблемы были у гнома, гном почему-то начал просто очень много иметь багов. У тебя вот этот экран, что-то случилось, перезагрузите сессию. Выскакивал чуть ли не каждые 20 минут. Это такой, да какого хрена-то да, я... Да, 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 вот было. я в тот момент перешел на КДЕ, посидел на нем где-то, наверное, месяцев 6-8 где-то примерно. И потом снова ушел на гном, потому что гном снова начал нормально работать. У меня что-то как-то... Что, -то как -то что не... за дистор был? Что за дистор? Да я на арче сидел. Да? Я очень долго Она, сидел Archi, на арче. Ага, я прям... Ага. Я типа годик... Ну, да у наверное, тебя арче два, два, два или три. Но мне как разработчику я такой типа... Как это? Гуглишь такой лучший дистрибутив для разработчиков. Вот такой тебе говорит, Арч. Ты такой, спасибо. Это был и правда лучший дистрибутив для разработчиков. <laughs> ну, потому что, типа, если что-то надо собрать очень и под себя быстренько вот этот package-build, просто вот это вот аур, и сборка пакетов прямо на машине, когда тебе не надо, вот как вот с альтом настраивать хэшер, либо как с этот Вот с Федоры тоже там не так быстро ты собираешь пакет. Тебе надо сначала настроить это в, Feb Package, который у них сейчас есть. Раньше его не было. Раньше там еще надо систему сборки было настроить, так же, вот как хэш его настраивается в вольте. Ты сначала все это настраиваешь, оно все как-то работает. Ну, там RPM Build ставишь еще дополнительный. Вот, ну, как-то собирается, но это не так быстро. Еще сам RPM Spec, он мега многословный. Типа, Package Build такой, у нас есть Source, брать вот там. Вот, вот оно там в гите, нам вот такой комит нужен. Скачать разобрать и заинсталлировать. Вот так разложить файлики. Все на этом. У тебя как бы вообще весь спек сводится к тому, откуда скачать. Возможно, какие-то дополнительные действия перед, инстал... перед инсталляцией. Там вот как раз-таки я тогда Tizen настраивал систему. Это Tizen IDE, которая для Samsung, для Samsung телевизоров, yeah. чтобы для него приложение написать. Вот я под него сделал пакет. Полностью там перефигача, а там надо было полностью сделать э, фейковый деп. DPKG, который вот этот вот, установщик э, Debianovский пакетов. И да, оно заработало. То есть О. ты просто пишешь типа, что надо, надо сделать перед этим, и пошла установочка. Все, красота. DPK. DPK, окей, DPK, хорошо. Англичанин, надо А не, потом, Кстати, что, потом был... Манжара была, потом я ушел, собственно, на Федору вместе с тобой, когда уже посмотрел, и все. Дальше путь был заказан в Альт. Тогда, когда уже на нас Red Hat вышел, ой, Red, Hat, Red... они все, все ругают, все ругают нас, говорит, не говорите нам, пожалуйста, Red Hat, называйте нас Red Hat. И вот, вот мы на, 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 фоне этого и ушли, да, на Альт. Потом, то, что мы да не все смогли сразу говорить. Вообще. Всем привет. Расскажите, плюс как обстоят дела с онлайн играми на Linux? А ты смотря какими отвечать. играми. Вот в Warcraft играть можно, в Overwatch играть можно, в Dota играть можно, что там в Deadlock, который новый вышел, играть можно, в Team Fortress можно играть онлайновый. Вот что там, как этот от Epic, вот эти вот странные вот этот вот, когда ты падаешь с, с автобуса вываливаешься. А Fortnite в трусах еще, да? И с киркой в руках. Вот Fortnite играть нельзя, потому что вот Саша уже описал, потому что там редиски работают с этим вашим античитом из античит, который видите ли, они не хотят внедрять. Ну не хотят и вот, пожалуйста. Так причем он он технически-то он работает. Так, да, я я так. как в этом прикол, да? они чисто редиски типа античит есть рабочий полностью на Linux. Изи античит. Он vr же на изи античите. Работает, работает. Все прекрасно работает. Кстати, и VR тоже работает. И на, и на Linux в VR -е работает. Все шикарно, собственно, дела с онлайн-играми. Запуск игры под Linux это всегда какой-то своеобразный опыт. У всех людей по-разному. Я привык порт портоном пользоваться, иногда получаешь, иногда получ... почитаешь, как люди игры запускают, задумываешься о нелинейности жизни. Да у всех железо разное. У кого-то AMD, где все хорошо и прекрасно, и просто все запустилось, и все на этом. А у кого-то Nvidia. И там люди захотят DLSS подключить. А можно ли нам еще что-нибудь что включить? А мы тут HDR хотим побаловаться. И ты такой, да, блин. Вот, вот HDR, HDR мне не хватает. Но на самом деле у меня последний год, блин, ну три, наверное. И игры у меня как? Ну, типа ты купил в Steam, установил. Запустил, ну, типа, выбираешь там экспериментальный протон или, или обычную версию. То есть пробуешь на обычной версии. То есть, ну, если короче, если не слишком новая игра, обычную самую последнюю версию я обычно выбираю, чтобы зафиксировать ее, чтобы не было вот этих, да, там обновился экспериментальный протон, она больше не работает, и все, и mm -hmm. запустил, и все. И то есть запустил игру, она работает. А вот работает, она работает, работает. А потом обновляешься на Alt-Linux, у тебя просто Steam сносит, но игра-то работает. Ты Steam обратно стоишь mm. и она также работает. Как люди изощряются, чтобы игры у них не работали, я не понимаю. Но я играю только в сингловые. Ну, тут, этот. ну без онлайна, да. Да, и все. Вот, вот, наверное, в этом вся и разница. Кто хочет, а кто дразнится. Не, ну я могу сказать про Intel Arc. И вот тут прям беда полнейшая. Вот. Откуда у тебя опыт? Ты взял Arc себе? Ой, мама, вот это ты... Вот а -а 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 -а. эта штука на новом Intel а, вот же, блин. И там Intel Arc же встройка стоит. Восьмиядерная вот эта. И я, конечно, прям хапнул горя, да. И... Ну, типа, оно работает, но работает просто потому, потому что а, очень херово прописан, С AMD-шным AMD процом AMD сразу сдал. Говорит, сейчас хапнул горя. <сум> так я <сум> хапнул <сум> горя только по играм, потому что все остальное работает идеально. Типа, Вейланд работает нормально, все остальное работает нормально. Не, конечно, мега жалко, что, типа, команду распустили, которая занималась драй драйвером, собственно. пропал звук, это прям уморительная тема. Голова разговаривает, а звук... В смысле звук пропал? Куда пропал? Нету, нету. Отвалился твой хваленный микрофон. Ты, ты что, смеешься? Это они так собирали на Ксимпере ОБС. — С плагинами. — Погоди, а звук только у тебя отвалился нет, или у всех у, отвалился? — Нет, нет, А я же потому нет. что вижу, что у меня... — Я захватил твой стрим. — Погоди, может... — Ну не... что, пацаны, пишите в комментариях. — На стриме звук отрицать. есть, говорят, так нет, что... — Нету я... ничего. Нет, 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 нет. Никак нету. — А мне это интересно. Если я сейчас перезагружу, оно все отвалится? — А, да? на стриме звук есть. Ну, ладно. Да. На стриме звук есть. — А тебя у тебя не точно нет. не наушник отвалился? — Работает все. Работает? Ну ладно. Ну ладно. Погоди, мне даже этот показывает, что работает. Что ты мне рассказываешь? У меня все работает, даже этот работает. Я тебе могу, конечно, знаешь, что сделать. Но вот я могу тебя вывести с другой, от другого отключусь. микрофона. А я если отключусь, я тебя собью все, да, махни мне голову. Нет. Нет? Ну тогда я отключусь и подключением. Давай. Опа. в Альте есть трепа, где есть 560 й Да ладно, если есть, я прям хочу попробовать. Это, те, это ребята, что ли, настроили которую? В реальность в том, что NVIDIA стала хуже с играми, чем AMD, тысячная серия, половина игр перестала запускать, в том числе нативных. А, про нативный, да, прям скажу точно, что проблемы есть, но вот с ненативными играми проблем обычно не было. Слышу. Слышишь? О, отлично. И ты мне на стрим вернулся, все шикарно. Вот, про 560-е, да, это не панацея, но все-таки стало получше. Но по, по идее, по, по идее, Вейланд заработал. Но вот конкретно у меня 38 Ti, и у меня с играми проблема только с нативными играми. Это вот когда мне, ко мне Саша приезжал, был забавно. А самый забавный был, я включил ему Half-Life Alex на Linux. Включил сначала нативку. Нативка падала просто каждую минуту. Типа ты запускаешь, она падает, запускаешь, она падает. Мы запустили через протон, и она заработала. И нормально раб... Она, конечно, упала, когда пролог закончился. Но, типа, нормально работала. Так что прям вот с Nvidia почему-то надо через протон запускать игры, даже которые в нативе есть. Она работает не так, так так только. Не-не-не, это не только с Nvidia, у меня так же. Аналогично. Да, да. да. у меня, допустим, Том Брайдер, да, типа он, он же считался, этот вот ферон интерактив там одним из эталонных. Да-да-да, нативных игр. Портов, да. портов на Linux. Нифига, у меня, допустим, приколы есть. На нативной версии бывают иногда приколы, а на протоновой версии она работает, просто работает. Ну, выдает все, что нужно выдавать игре. 4К, 120 FPS. Ну, это, это, это же не NVIDIA, там можно. 4К через... Ну да. Ты мою пекарню видел для игр, она на винде. Да, да, и самое забавное, он хотел запустить игру, и она у него обновлялась, оповещение не отключалось. Такой говорю, о, мама, походу, не все так плохо. Я говорю, у тебя Steam работает один в один, как у меня на Linux, поэтому, думаю, не буду я ставить винду, у меня были так идеи странные на игровую пекарню. Я же тебе говорил, собирай как Steam Deck, и будьте шасти. Ну вот, так и собрался. Это компьютер жены, там, с Intel, NVIDIA и виндой вместе. Да, это было, конечно, уморительно. Он там с трех клавиатур пытался эти уведомления выключить. Да, такой, да господи. Гномовские шорткаты использовал такой. Да, блин, где это отключается? Да Гном типичная одной винда. Да. <laughs> типичная винда, которую запустили там раз в тысячелетие. Такая типа, о, пора бы обновить вообще все. А у меня на работе так каждый раз, когда выключаешь э, вечером э, терминал, ну, типа по регламенту, надо отключать терминал. А. Терминал это самый обычный комп с виндой, да, который 11 не поставили, просто оно за, за самим терминалом. И ты такой жмякаешь терминал, значит, сворачивается интерфейс самого терминала, и там самая обычная винда 11. И она такая: стоп. Надо обновиться, и мы такие тупо 15 минут после работы еще стоим, знаешь, и ждем такие, когда она обновится, потому что по регламенту терминал должен выключиться, пока мы еще находимся на территории завода. Я такой: да, блин, ну почему в этот раз то нельзя было Linux поставить? Нету прошивок для Siemens терминалов, терминалов вот этих индустриальных ага. Siemens, а прошивки, соответственно, закрытые, ну, проприетарные. И все, у тебя вообще альтернатив нет. Только винда. Они только под винду пишут. Все. Да. И никак. У нас везде стоит Linux на заводе, а, в терми... а под терминалами Windows 1. А там Siemens. Вот так вот. Прикинь. Вендерлог такой. Вот так. 21 на 9 всем хорош, на его стримить нельзя. Карта захват под него нет. Только... Это да. HQ HD получается, и просто обычно 4К. Нет, это широк, широкоформат. Вот этот, как у меня. Вот это прям ну как такое? у меня? Господи. Ну, что, там, из вариантов купить второй монитор, да. Если же типа. Да, либо менять разрешение, как я, я так Но разрешение менять прям уже такое, типа, ты как бы. Не для этого я покупал этот монитор. Да. Но. Прикол в том, что типа на моем можно поставить, повесить шорткаты, сделать кастаны, и типа ты просто рычажок дергаешь там на себя, но ну, в определенной последовательности да, 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 да. у, меня у такая, тебя такая меняется. Это. О, потом. А, и, и прикол в том, что первые два года, когда использовал этот монитор, я не знал про эту фигню. Короче, я тупо вот каждый раз менял вот разрешение да. вот это руками, все. Ждешь, пока гном мигнет черным. Сузится, потом сохранить изменения, ты такой. Да, спасибо. И вот это все взад-вперед, взад-вперед. Да, это, конечно, да, боль. Монитор. Второй монитор помогает, спасает. Full HD самый ходовой этот. Ну да, формат такой, если постримить. Формат, если да. Что-то постримить из игр, наверное, да. Да не только игр, даже систему. Многие на самом деле, многие смотрят с телефонов и планшетов, контент потребляют. В основном с телефоном смотрят. И иногда мне, когда у меня было именно 2К, делал ролики в 2К, мне прилетало частично, что в комментариях, что не видно на телефоне элементарно. Мелко все. Угу. Есть <dela> как, как думаете, парни, у меня есть сервачок тестовый с Proxmox'ом? Я тоже на прошлом стриме рассказывал про него. Так вот, поставил туда видяшку, RX 580 на 4 гига, мою старую, и теперь думаю, а может, а это вообще нужно, а ваше мнение? А так, а зачем? Ну, типа, под какие задачи у тебя сервак -то? А нафига действительно дискретку в сервак пихать? Ну, есть смысл дискретку пихать. Только помнишь, я тебе рассказывал, что там человечек нам скидывал, что AMD фиг прокинешь нормально. Это ровно, это вот для вот этого, Glass, вот это. что ее можно прокинуть в ВМ-ку и прям в VM-ке как минимум, иметь а -а -а. ускорение. Ты можешь прям на VM-ке, например, что-нибудь там те же файлы, если у тебя, например, это этот же проксмоз будет как нас использоваться, ты можешь спокойно mm -hmm. подключиться к тому же диску и, и типа автоматом перекодировать все, что в него там блин, в папочку. Ну, я понял, да, да, да. Типа, технически такое можно сделать. И вот для вот этого можно использовать видяшку, которая была бы дискретной подключать. Можно в игры играть. Поэтому. По Но это только NVIDIA сейчас, да? <laughs> не, ну в смысле, по идее, по идее, AMD тоже прокидывается. И я читал, что такое, типа, делается на раз-два. Вопрос, что, я так понял, это с новыми картами не делается легко. Mm. Ну, то есть с RX 50, 580 вполне ну, логично. По идее, что может, да, да, потому да. что это, это же и RX'а стоят и на MAC, и в Mac'е тоже эта штука работает. Mm. Ну, типа, это с карточкой, не новая. Но тут человек пишет, что просто для тестов, например, там установил Alt и буду пробовать поднимать один АСК. Не знаю, насколько тогда тебе нужна это. Если у тебя... Ну, смотри, если у проца хороший, как этот, хорошее видеоядро встроено, то, в принципе, наверное... Да вот, вопрос конкретно... для, чего, именно конкретно. Да. Прям вопрос. То для работы то, то, тогда не нужна она на карта. Если, если справляется графика процессора, то не нужна, не знаю. У меня что, у меня вообще под Proxmox э, старый старый ноут, э, и, и я там дискретку вообще нафиг отключил, но ну, в плане того, что там больше проблем от этой дискретки, там RX какая-то 280, я вообще за эту линейку ничего не знаю. Тогда еще, когда AMD была прям та самая лютая AMD, у меня, короче, гибридный прос Intel AMD, там вообще это жесткая тема для Linux, ты просто ее когда ставишь, там такая паника сразу, нет, не, не Linux только. И, и проще, проще ее отключить, и все поэтому. Вот в моем случае дискретка не нужна была для Proxmox. Давай чуть-чуть, это конец, точнее, хвост чата почитаем уже с другой стороны. Тут Skyr Bill пишет «Вейланд, будет работать на стройке Intel или нужна именно карточка AMD?» Нет, Intel работать будет. И Intel даже работает лучше AMD, потому что у Intel открыты, открыты драйвера. Но есть большое но не Arc, Не карточки Arc И не последние не последние встроенные ядра в сотую и двухсотой серии. Потому ну, что. Подожди, там стой, арка. Поясни, почему именно. Ну, прям звучало, звучало прям очень двояко, в плане того, что типа так, с Вейлом, кор... да, в Короче. обычных условиях на AMD проблем нет никаких, он работает идеально, но. И на Intel тоже работает идеально, кроме арк-карточек. Потому что Arc карточка это новая архитектура. Под эту новую архитектуру писали драйвера частично в Нижегородском офисе, тот самый, в котором в 2022 году закрыла Intel. И оттуда большинство разработчиков, которые все это делали, не переезжали в Германию, а, а, Америку и, и Китай. Они переехали домой на другую работу. Просто уволившись, там 80% состава просто ушло. И разработка тупо встала. Ну, то есть, там в реальности разработка XE-драйвера нового, которая продолжилась. Это уже новая команда делает. И он все еще, он уже находится в ядре. Он работает, но работает хуже. Он Фароник сделал тесты прям недавно. Он все еще работает хуже процентов где-то на 30-40, чем i915 этот драйвер старый. А i915 содержит не все фишки, которые можно было бы заиспользовать в арке. То есть он как бы на обратной совместимости работает, но порой такие артефакты выкидывает, что у меня просто можно листать спокойно Chrome, листаешь, 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 а потом фига, у тебя просто полстраницы с такими ну, поехал буфер технически. То есть у тебя просто есть смещение буфера, именно, прям вот именно как этот, блин, как называется, шахматый рендеринг. Короче, вот одна шашка шахматного рендеринга просто тупо уехала по буферу. И у тебя просто полосочки такие. Такой, а что случилось? А у нас просто память где-то что-то как-то не, не сработала нормально. И вот таких приколов очень много. Игры частично работают нормально, как и должны работать. А частично начинаются вот такими же артефактами. Фигачить, VR вообще не работает. Вот VR-игру уже запускаешь, а VR-комнаты, значит, у стима работает нормально в Linux, а вот игры вообще не работают. Просто тупо черный экран. Ну, то есть они на экране показываются на мониторе ноутбука, а при этом у меня типа в очках просто чернота полнейшая. Типа, ничего не выводится. Они, видимо, не допилили эту часть, она вообще никак не прокидывает этот DRM, который захвата и передачу осуществляет я фиг знает, как это работает, потому что сам Steam работает, а игры не работают. Видимо, какая-то часть не работает. Поэтому именно Intel Арковский работает, ну, прям очень не очень. Так что да, если прям именно поиграть хочется, то это либо NVIDIA, либо AMD. Ну, лучше склоняться к AMD, потому что там сейчас Valve вычищает просто все, что только можно для AMD. И чтобы игры работали просто вот -у -у, идеально типа не надо париться с ними я же говорил что у меня подчинился этот э, на геймпаде теперь когда в big picture открываешь steam uh -huh. этот э, нажимаешь кнопочку ну гайд получается она центральная короче на геймпаде uh -huh. этого, и открывается у тебя это именно Менюшка. overview этого стима менюшка стима, да. У меня до этого она не работала, у меня жутко лагала, и я прям бесился, потому что ну приходилось этот, я думал такой, блин, все-таки я походу поженился с Геймскопом, этом но у меня в Геймскопе не работают некоторые игры. Когда я ставил это через Базит, э, через Кимеру, вот эти, пробовал, у меня мне тупо. И... Знаешь, в чем прикол? Игры-то работают, но материться можно. Сука, эти сторонние лаунчеры, вот эти рок-старовские, рок юбисофтовские, вот эти, вот эти все именно сторонние лаунчеры, которые есть в этих гребаных играх, почему я не могу игру, нажал галочку, запускай в фоне все, что хочешь, не показывай мне это. В геймскопе у тебя от Ubisoft лаунчер открывается просто вот такое окнище, оно подвисает, либо не запускает игру, либо запускает игру с черным экраном. И я такой, блин, да просто элементарно берешь обычный дистрибутив, накатываешь Steam, ставишь галку, чтобы он открывался в Big Picture, все, до свидания. И все проблемы у тебя уходят. поэтому с геймскопом не хочу связываться, потому что у меня именно такой осадочек остался после него. Не знаю, там Миша что-то я... делает с этим спортпротоном. Возможно, там большая, получится. Большая надежда, большая надежда. Я почему и, собственно, с... ждал момент, когда Арч типа сам упадет. Я такой, ос, Повод, все, я, короче, я на альт, потому что я такой, я, я хочу вендор мне проще решить на альте, вот я себя открываю, это то же самое альзира, да, и просто как, от, программы программу, там, этот, э, команды, все, у меня дистрибутив настроен, ну, типа, вот, 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 я про это говорю, то, что зачем мне искать какие-то альтернативы, когда я уже просто набил руку на этом. Ну, да, аналогично, все. да. Сильно проще уже. И вот и жду именно почему в качестве игровой я выбрал именно регулярку. Потому что железо у меня относительно свежее. И у меня достаточно э, фиговенько работает еще core control. И также ELACT э, с моей видюхой. Там контроль именно вентиляторов, контроль. Э, а, но это пока еще же, вот, вот прям вот, только прям, вот, недавно же была новая, вот, затащили, наконец-то. Это... Так вот, это одна из причин, почему я именно выбрал регулярку, потому что если я бы выбрал, соответственно, там P11, 50? я бы, да, жил бы о, вот вот там где-то, да, в прошлом откатился бы и вот. А на рабочке у меня вот стоит стабильная версия. Вообще пофиг, ты, я комп не включал, честно, ни ком, я не добирался, до него месяц где-то этот комп не включал. Я сейчас сегодня просто включил, такой обновление есть? Такие, да, 50 пакетов. Нет, не сегодня. Все. Мы сейчас едим стриме. То есть он как работал месяц назад, так и работает. Ну, С да. регуляркой далеко не факт. Понимаешь? А, а знаешь, что ты самое не... забавное? Я вчера случайно нажал, типа, выключить и обновить. Все, обновился. А -а -а -а. Он да, запустился, понял. ничего не происходит. Но только вот мне что-то подлагало этот ОБС поначалу. Поначалу. Сейчас, кстати, нормально работает, более-менее. Более-менее. но не прям идеально. Я не знаю, что случилось. Что-то прямо на ну, этот пропускает кадры мальца. Но у меня единственная проблема, что вот этот улетел с регулярки, Steam и порт-протон пакета. но там проблема зависимости. Причем я же говорю: я, повтор... я хочу повториться. Знаешь, как, ты, э, вот два момента таких: ты в канале пытаешься писать, э, все описывать. Вот, типа, как я говорил, да, вот я начинаю э, там, ребята, я начинаю пользоваться регуляркой. Да? И просто я описываю все. Вот сегодня у меня все хорошо, да, там завтра у меня все хорошо. Послезавтра у меня случилось какие-то беды. Я описал. И все начинают типа злорадствовать, ну, Что-то нафиг, нафиг ты перешел. Да? Надо было ставить арч. Да блин, вы определитесь. Вы хотите, чтобы постоянно, типа, это все хорошо, все хорошо, типа такие, а, все, продал. все. Постоянно знаешь, было весело тебе. Да, блин, либо, либо постоянно это. Ну. Ну, ну, типа, вот да, случилась такая проблема, но она случается, это смогло случиться везде. На арче у меня вообще карта после. Я, я это не писал, но у меня это было вот на моем железе, когда до этого система стояла чистый арч. Чистый, чистый арч. Просто. У меня после того, как я в комп в сон отправлял, запускал заново. У меня просто карта падала в зеленый экран. Ну, то есть отваливалось видео ядро. Ага. Блин, арч хваленный-то. Ну, ну, типа, это на любой системе может произойти. На роуминге из-за того, что процесс обновления пакетов, он ускорен. Это происходит куда более чаще, и куда более заметно бьет по глазам. Все, вся разница. Arch Linux. Регулярка будь -то это Будь это OpenSUSE какой-то там был вид. Блин. Пофиг. Проблемы есть везде. Проблемы есть на Винде, на Macosi. Везде есть проблемы. Просто... Обновля... Об... именно стиль обновления зависит от того, как ты хочешь использовать эту систему. Игровой мне пофиг. Ну, то есть, если отвалится у меня что-то на игровой системе, ради бога, я вечер не поиграю, поиграю в Linux. То есть, мне ли не привыкать играть в Linux вместо игры, да? Такой, сел поиграть, у тебя геймпад отвалился, ты такой... Просто 45 минут, которые мог поиграть, ты на Reddit сидишь, читаешь, какого хрена у меня отвалился геймпад, да? Спасибо Steam Воду за то, что за то, что геймпад работает. Вообще с момента появления Steam Deck вот прям вообще все работает. Вот, вот, ими, я я на своем компе использую консоль, ну именно чуху консольный опыт. То есть нет, знаешь чего не хватает для полноценного консольного опыта? Будить геймпадом по радиосигналу комп, когда он спит. Ну знаешь как а, на плойке? А в этот? 8 беду не умеет это делать? Нет. Я так надеялся, я ж, я ж чего его и брал, я так надеялся, что именно он по радио по радиосигналу сможет будить. Я, Честно, я ничего не искал. Ну типа я ожидал, что я его просто подключу, и трогая кнопки, да, будет будиться комп. Угу. Клавиатура же по радиосигналу будет. Да-да-да, аналогично. Комп. Но у меня стоит клавиатура, рядом стоит, ну, то есть пофиг мне вот, нажать типа, на пробел. Мимо проходишь, пробел жамкнул, сел. Но хотелось бы понимаешь? Чтобы вообще сей. ничего не трогать, да, логично. Ну, И как... тогда бы был консольный опыт. То есть ты сел, у тебя открыт интерфейс Steam, а, геймпад, все. Mm -hmm. Причем не важно, что у тебя зап... запущено в фоне. Нативная игра через порт, через прод... порт протон, через протон. Либо у тебя пиратка скачана. Либо у тебя пиратка за... этот... скачана в, в бутылке. Сделана, у тебя тут Пофиг вообще, понимаешь, в чем прикол? Ты можешь туда накатить моды свои, сейчас это становится все возможнее и возможнее играться с модами. Ты можешь накатить альтернативные озвучки. Я, допустим, вот проживаю за границей, и как мне не нравилось, что я покупал игру за 60-70 евро, и она не на русском языке. Вот для меня это была катастрофа. Прям я, я прям, знаешь, я первый момент я думал, что-то я тупил, не то делаю. Когда только-только купил себе плойку, да, типа скачиваешь, такое, блин, а, чё, а, где, а где русский язык? В смысле пять языков доступно, а русского нету? Ну, типа, почему? Региональные ограничения. Это да. С херали. Ну, типа... Причем, типа, а, русскоязычных-то, ну, стран дофига еще. <laughs> <Как бы>, не <laughs> Россия единая. Зачем? И вот, и прям вот ПК, вот, вот я прям максимально доволен, что вот собрал. И именно период еще подгадался такой прикольный, То, что вышел Steam Deck, все это облагородили. И сейчас ты просто у тебя <coughs> на любой железке ты, соответственно, можешь развернуть себе игровую машину, игровую станцию. Пожалуйста, сел, геймпад играешь. Вот так. Да. Блин, ну слушай, даже меня что-то заинтересовало. Что, неужели прям вообще нельзя? Там же есть... Ну, ладно. Есть материнки, я находил, есть материнки, ты даже по блютузу, Можешь будить. Это да. Это когда Bluetooth connection она не рвет, а типа оставляет спящим. Это вот Маки так делают. А гном рубает, гном рубает все. Гром, не гном все, тушит. кстати, не все. У меня есть наоборот, кстати, у меня у меня, кстати, есть проблемка одна. У меня наоборот Linux почему-то не выключает периферию, а именно часть, которую я хотел бы вырубить. У меня два Ethernet порта, один в материнке, а другой в мониторе. Mm -hmm. У меня же монитор mm -hmm. подключен, прям все через него проходит, то есть клавиатура, mm -hmm. мышь, все mm -hmm. включено да. в него. И когда выключается винда именно винда, она вырубает всю периферию, включая Ethernet, который подключен в монитор. А вот Linux этого не делает. И у меня кинетик, ну там есть баку кинетика, конкретно, вот именно с этой фигней, что если у тебя есть два изернета, одного устройства, подключенного к роутеру, он начинает тупить просто и захлебывается в своих же пакетах, которые начинает пересылать. Потому что типа не очень понимает, куда надо отослать пакет, а ни то, ни другое устройство не отвечает, хотя онлайн. Это прям чисто какая-то беда Linux. Я фиг знает, что с этим делать. И, кстати, она вроде, вот прям недавно вроде починилась. Но это прям вот это, на полшишки, потому что я просто вырубил э, адаптер в Линуксе, он его перестал использовать, и, ну, кинетик по крайней мере нормально работает, когда выключен комп. Хотя у меня комп mm. крайне редко выключен, но это такое. Но вот чтобы не будило, вот это прям странно. Обычно будет очень даже отлично. Клавиатура будет всегда да. будила, то есть вообще всегда. Да, с логотеком, сковородки. Да, даже самая, самая обычная китайская клавиатура, самая дешманская клавиатура, эта китайская она будет, а геймпад не будет. И вот для меня вот это Мне кажется, как... это чисто настройка геймпада. Там где-то надо наверное, в геймпаде поковыряться, чтобы он типа отсылал сигнал. Хотя логично, что ты типа что-то нажимаешь. Ты же ну, да. А знаешь, мне, мне еще говорили, что у этого 8 битду его типа Раз. потрясешь. А, и что будет? И типа включается этот свич. А ты пробовал трясти? пробовал. И вот так, и вот так, <laughs> нифига. Я, а после, знаешь, когда этот в God of War босса проходишь на максимальной сложности, ага. ты вот так трясешь а геймпад, это... ничего не... Короче, у меня есть идея. Я, я смотрел обзор по 8 беду от чувака, который занимается ретро-играми. Он говорит, что 8 беду отличный тем, что у него внутри самого геймпада зашита D-input, какой-то еще input, Uh, ну, в смысле, Direct Input, который, прям типа, просто клавиши передаешь прям в чистом виде. Вот этот uh, фейковый Input, который используется в Xbox, вот тот же самый Nintendo Input, это отдельная раскладка, и она по-другому по работает. Возможно, есть и переключить на Direct, когда он будет тупо передавать нажатия как клавиатура, возможно, он разбудит тебе комп. Но Нет, у меня... Есть а вопрос... Ну, да. Но есть через, вопрос, uh, заработать ли в Steam нормально? Да... Оно через, Но, смотри, я, я пробовал эту тему. А, вот тогда у меня не, не этот, не работает с ним вот. Вот я вот про это я этот... хотел сказать, что возможно Во, что-то отвалится в стим-воде. Он конфликтует потом, да. Я пробовал это. Но все равно он не будил. Ну, типа, даже... Почему срабатывает удаленный рабочий стол, как я тебе говорил? Mm. Отдельную кнопку, когда нажимаешь, потому что он ведет себя, и его гном видит как... Виртуальную клавиатуру, как, а, вирту... понял, как да. удаленный доступ. И он постоянно просит этот удаленный доступ. И, и, ты, и ты его не можешь запретить, там, разрешить, или постоянно-постоянку разрешить. У него тайм-аут какой-то, и спустя время, ты когда такой нажимаешь кнопку обратно, он на тебя опять дать доступ. Понял. Есть. Ну, ну это же Линекс. Зато, слушай, игры вообще проходишь очень долго. То есть вот купил там одну тебе условную игру, и ты просто в нее играешь, потому что два вечера ты играешь, третий вечер ты чинишь Linux, потом снова играешь два вечера, потом еще чинишь геймпад, и вот у тебя это растягивается, вот прям экономия денег. По-любому. Давай по комментам пробежимся. Намер славянский язык надо тригерить переводить. Вопрос как? переводить Задонатить Game Games Games Voice Games Voice да .ru и они переведут очень классные переводы. Я им такой солидный транш недавно сделал. геймер Station пишет Intel Arc с каждой мезой ядром лучше, но часто нужно командой прятать что Intel что ГПУ Intel. А, может быть кстати. Но я просто не особо заморачивался. Я, ну, типа ноут больше для работы, чем для игр. Поэтому вполне себе Новости по пакетам ядрам, Alt Linux, от костис А костис это чувак, который вроде кастомно начнет свое собирать насколько я помню. Ну, типа, для игровой сборки Alt P11, стартер кит, норм. Для 7900 XX я не, не, не хочу ставить P11, потому что все те ну, моменты, которых мне сейчас не достает на регулярке, то есть на самом новом, на самом новой пакетной базе, я не хочу ее еще на год себе поселить. Там, пускай обновляется, нет, никаких проблем. Просто у меня на автомате обновления стояли на регулярке. Я такой, а! Такой на Алисе, знаешь, ап нажал такой А, давай, обновляй. Обновил пол системы, снес, потом сидишь, сидишь, довольный. Довольный. у тебя зато должна быть откат. Нет? Зато, ну так, зато автоматизация. А у кого я этому научился? Я, бы буквально все уже автоматизировал у себя тоже. Лень двигатель прогресса. Съездил в Лондон, кто это был? Расскажи, кто этот вообще негодяй? да, один, да один чувак, он даже штор ленится открывать роботов, купил себе для этого, кто, кто, кто этот негодяй, программист хренов, а? автоматизатор недоделанный? Ну, вот, слушай, вот, вот все прекрасно, но ну, ну, со шторами я удивился, честно говорю. Настолько, настолько именно в плане лени, я еще сам не заходил, серьезно говорю. А я ленивый жопа. Если что, у меня дома на первом этаже все шторы автоматизированы. Да потому что открывать шторы, которые вот эти, с цепочкой, чтобы точно попадать каждый раз, прям этот, аж, да. аж грустно. Я, я тебя понимаю. И открывать шторы, четыре шторы на вот эти вот, на первом этаже каждый раз, пускай сами катаются, чего нет. Акара вообще огонь, вот это, самый дешевый умный дом, под названием, так. делает все лучше. Ждем инструкцию Альзира для учителей в школах. Они вообще в нем ничего не понимают. Ну, тут вопрос к базальту, ребят. Там есть альт-образование, пускай улучшают. Я скинул вот этот сайт. А вы античиты, которые, да, но это Здесь это в плане того, что можно мониторить, какие онлайн-игры работают, какие не работают. Ну, типа, ресурсику достаточно удобно. Ага. О, я нашел вопрос для себя. Gamer Station спрашивает, что за LVR компаньон такой помощник. А это, короче, штуковина, я ее написал для того. Блин, а что, может, я ее покажу? Не, не покажу, блин. Сейчас а я ты... Она страшненькая, страшненькая. Ты, ты чё, она уже красивая, я, я ее красиво сделал. Я ее переписал полностью. Первая версия была на куте страшная, я ее чисто как прототип накидал. Она, кстати, сейчас находится в этом, в, в Сизифе. Прям вот та самая страшная версия. Мы еще новую не выкатили. Mm -hmm. а... О, -о, -о зап... запустил, запылилась. Че, чё... не запустишься? Запустишься. Во, короче. А мне только на этот на английском. Ну давай сейчас покажу окно. Попробую прокинуть окно. Захват окна. Давай с композитом захватим окно. Что нам стоит? У тебя же на X на X должно все работать. Но ну, только работает. на Веланди не работает. Ща. Но ты наверное меня не увидишь. Точнее ты не увидишь, а я ребятам покажу. А ну хорошо. Э -э -э. Вот короче вот так оно выглядит. Суть какая штуковина этой? Что, во-первых, можно подключить, как у меня сейчас пиксель подключен вообще по Wi-Fi, он автоматом цепляется. Можно обновить ILVR, который есть в репозиториях. ILVR нам нужен для стриминга. Собственно, если в репозиториях ставишь ILVR, он ставит компаньон, заходишь в компаньон. В первый раз, когда подключаешься по проводу, включаешь, что можно использовать Wi-Fi. Единственное, что я пока на русский это... Он на русском? На русском нормально просто английский делал этот вариант включаешь Wi-Fi и все работает но ну, в плане что она вот так подключается и если будет обновление автоматическое можно включить автообновление при подключении если версия будет разница он автоматом поставит новую версию можно и руками переставить он собственно возьмет скачает новую версию если ее вообще нету и дальше собственно просто установит ее из прикольного из прикольного можно взять и постримить, ага, а стриме сейчас надо второе окно захватить. Ну, короче, он открывает стрим этот скрин э, скрин-копи, который есть, и показывает с, прям стрим с, с очков, и его можно захватить. Прикол именно этого стриминга в отличие от того, что есть в самих, например, Окулусах, что Окулус захватывает чуть-чуть иначе и не захватывает, например, Pass Raw. если если стримить VR игры, которые на этом на яре типа с вот этот AR, они не прокидывают камеру, насколько я помню. Вот эта штука показывает просто все, что видишь прямо именно на экране, и можно просто закропить. Ну, кроп нужен для того, чтобы... Там есть параметры кропа, когда очки подключишь. Блин, наверное... А, мне не подключили. А, сейчас покажу даже с очками. Есть у меня тут очки. Ну, в общем, суть, что программка для того, чтобы поставить ILVR по-быстрому, а обновить его, когда вышло обновление, и вообще не париться. То есть просто подключил очки, и вот оно обновится. Потому что если сейчас подключу очки... Вот, они автоматом у меня появились. Они по USB. И у меня там автообновление стоит. Если что, оно прям автоматом и обновит их. А кроп можно настроить, как именно обрезать картинку. И можно будет прям стримить с очков. А, и второй момент. Это самая фишка, которой нету у самого LVR в этом в лаунчере. Это возможность настроить по-быстрому просто в одну кнопку USB Connection, что он включит. А он вот сейчас что, не включил? Ты что, не включил? Ну, ладно, короче, гляну. Возможно, что-то не работает. Возможно, что-то там просит внутри. Ладно, потом гляну, что там просит. Может, просить что-то внутри. В общем, да, он прокидывает USB Connect, и можно по проводу, как и Quest Link работает, прокинуть видео по USB, а не по Wi-Fi. И тогда можно играть и заряжаться. Ну и плюс еще картинка становится лучше. Потому что у меня провод есть от этого от Oculus, который 5-метровый. Можно с ним играть. Вот чуть за штука. Как-то так. Вырубить, вырубить. А ты только для шестого пикселя завез что картинку? За для картинку, да. <laughs> но у меня только шестой пиксель, так что... Нет, для всех а для очков. А, а для седьмого? Да там они, они подкладываются там на изи. Я же там сделал этот... берешь картинку, подкладываешь, и как картинку достать, и как видится в ADB, как видится твое, твое устройство. Просто прописываешь но, имя и картинку. Все, они там все прокинут автоматом. Шутишь, я сейчас э, одел свою библиотеку Steam Grid и, короче, этот вытащил картинки эти и запыкапил себе в отдельную папочку. Я таким хакером себя почувствовал. Я 10 путей зашел, там я все нашел, все нагуглил. Представляешь мне, этот какой Софчик. я уже опытный Linux? -сойд. А, а ты, ты говоришь компаньон? Он? Я компаньон написал. Уровень хакерства. Слушай, а раз программистские такие темы пошли-то, можно я в этом вайте не буду каждый раз делать суда мод пробы для того, чтобы активировать droidcam клиент. Я сейчас даже скину команду. И а что ты не раз подложишь раз... его тогда в этот? В... Кудой. В модуле, который. Так Болей. у меня стоит вот этот V4L2, loop, Back Да не, в этот как. В... Блин, забыл... который инфрарамс тебе генерирует а, с модулями. Ща я вспомню. Этот, этот... По-человечески давай, может, кому-то тоже пригодится. Вот я сейчас вспомню Ой. и по человечески скажу. Подожди, я что А то вот заклинания пошли какие-то сейчас. Ты думаешь, я что, все помню, что ли? Я, я, у меня просто записано все. Я думал, у тебя стоит этот. Как, как, как он на винде то называется? Рекол? А, вот, рекол, да. Рекол, У меня, а кстати, стоит. И у меня стоял рекол, который типа вот этот open recall, Хрень полнейшая. Вообще. Я вот этот скринпайп попробовал. Блин, я все еще не разобрался, как его собрать так, чтобы он заработал правильно именно с UI-кой. Там вроде как-то можно в сервер прокинуть. Я так и не врубился. Но я попробовал ревинт на маке. И, блин, это реально штука охрененно работает. Потому что если ты что-то забыл посредине дня, где там кто-то что-то говорил, ты такой просто примерно вспоминаешь, как что там было, пишешь... И он находит тебе прям вот именно ту точку на таймлайне, что это было, такой, да ладно, вот это офигенно. Типа, если она и правда будет хранить там где-то ну, сутки, двое, может, неделю, последнюю, такой скользящий, потому что обычно чуть, уже после недели ничего не вспомнишь сильно. Офигенная фиговина. Ну, то есть, прям, единственное, что, типа, рекол, вот этот, фу, рекол, ревинт, ревинт работает с чатом GPT, то есть все, что у тебя было на экране, видел чат GPT. И вот это вот, идите вы в жопу с таким. Ну, типа, я ради прикола попробовал, посмотрел, как оно работает. Mm -hmm. Понравилось и вырубил на. <laughs> так что ждем такую же штуковину, чтобы она работала вот на, на устройстве. Вот та оп, Open Recall, который линуксовый, он работает на устройстве. У тебя видеокарта фуричит просто нон-стопом. Она и записывает, и декодирует, и вот этот, он у тебя там еще и дешифрует, что у тебя там было на экране. Ну, во-первых, там нифига не работает OCR, то есть там нифига не, нормально не работает OCR именно. То есть все, что у тебя было на экране, он где-то примерно как-то запоминает. именно как-то. Он делает им, не видео, а скриншоты, и скриншоты он делает довольно-таки нечасто, примерно там раз в 5 или 10 секунд. А если ты что-то бегаешь по вкладкам, просто такой типа где-то что-то увидел и закрыл, и оно не попало в 10-секундный вот этот таймфрейминг, все, ты потерял скриншот, он потерял вообще знание о том, что ты что-то такое делал. Вот ревин, который на маке, он делает поинтереснее. Он именно анализирует видеопоток и именно смену кадров э, запоминает. То есть у тебя кадр поменялся, но что-то на экране поменялось, он скриншот делает в этот момент. И это более правильно, более логично сделано, я бы сказал. То есть он тоже не пишет видеопоток прям в чистом виде, но штуковина очень полезная я не знаю, я хотел сейчас со скринпайпом разобраться, блин, ну что-то он... Я собрать его собрал, работает, работает, но как серверная часть. А визуальная часть, я так и не понял, где, алло. Если бы она заработала, было бы замечательно. Короче, etc modprop. В etc modprop ты добавляешь какой-нибудь файлик. Вот этот, etc modprop.d. Туда файлик какой-нибудь ставишь. Опции, докидываешь в свою, в свой, вот эту, свой пакет, V4, L2, вот этот loopback. Да. И Майка не тордит. До конца, типа обновляя, чтобы он обновил тебе модули, которые надо загрузить при загрузке. Все. Может, кстати, даже проще. Можно апдейт граб сделать. Он тоже сделает. То, что нужно. Блин, да мы как-то да мы как-то делали это с тобой еще проще. Было какой-то командой. Да, я потерял, короче, эти команды. Мы как-то делали, чтобы прям сильно проще было. Я, то есть, один раз встав, вбил, и типа и все, и починилось. Может, то же самое, только команды. Наверное, да? то же самое, только командой было. Что там этот кат, и e вот этот вставить туда же, и майка не ну, да. просто был в конце, как то, за Надо персонами. написать и закинуть будет в этот. Скорее всего, так тоже. и было. Вот. А потом говорят, типа, что вы терминалом пользуетесь? Потому что тупо проще. Вот живой пример. Но винде в рекол вшит в систему на 24.4. Если он вшит в систему и работает только локально на системе, это охрененная штука в реальности. Кто тебе прогарантирует это? Ну вся кто проблема, тебя, вся кто проблема, да, что он отлично, отлично понимает, что на экране было. Нет, а вообще, вообще вопрос в другом. Кто тебе прогарантирует? Ну, типа, типа в, в таком продукте, закрытом, как, как винда, да, что когда ты нажал галочку, типа, никуда не отправлять, она действительно никуда не, но не отправляет. Ну, ты же можешь этот как его на трафик? На трафике посмотреть, да. Я типа, ты ты посмотрел на, ничего, на свою ничего. на свою стиральную машину. Посмотрел, тогда она вот так просто, вот так просто. Он же ваших данных. Мы отжали все ваши данные. <laughs> блин, это какой-то был бак. Я просто не понимаю, что типа стиралка может выслать. Учитывая, что она типа из изолирована. Типа, я стираю очень сильно, очень часто. А, кстати, а ты, а ты нашел, нашел где это отключить в лжителике? В в вот эту опцию, чтобы она не стучала. Там типа они завезли с последним. А, у тебя же больше не обновляется. А, блин. Они там короче, этот завезли эту тему, которая стучит постоянно на сервера LG. Короче, если у тебя подключен голосовой ассистент, скорее всего, нет, если у тебя подключен комп к телевизору, а со скриншотами с этими о да. Он он делает скриншоты именно именно все. туда товарищу майору японскому, как он там называется, господи. Корейскому, да. Хрену называется. Ну, короче, ему. Да. Смотрит, как ты в годовар играешь. Хоть как-то как, да. раз... Хоть как развлекаешь, товарищ майор. Корейского. И потом я хоп, зашел такой на свой банковский счет, да, и он такой... Дай пацану закину, да? Говорит, вот почему он на Альте сидит. Но мне вообще понравилось описание той новости. Мы, они делают скриншоты со скоростью тысячи кадров в секунду. Я такой, это называется нахрен видео. Ну да, кстати, да. Причем какого-то очень качественного. Очень колострельного. Типа, но если она в очень хитром формате отправляет эти данные на сервера под видом статистики Microsoft Store, к примеру. Да, мне кажется, вообще они не парятся по этому поводу. Типа, если они захотят, чтобы все данные утекали, то они будут утекать, и никто это, вряд ли это кто-то спалит. Это же даже можно делить будет по, по трафику. Нет, слушай, не там было... скорее всего будет течь не данные, потому что типа в реальности передавать такой огромный массив данных, да нафиг оно нужно вообще в реальности. Да. Uh -huh. Потому что у тебя тот же самый рекорд, как и тот же ревинт, который я пробовал. Они умеют в Типа, они будут тебе полностью анализировать, что у тебя на странице по тексту. Типа, куда ты ходил, что ты смотрел. Ну, мне это тоже не устраивает. Как бы да. как бы... Что за дела? В плане, что там намного логичнее отправить какие-нибудь даже не данные, которые у тебя текстовые, а прям понять, засаморазить прям на твоем же компе, куда ты там ходил за целый день, какие у тебя привычки какие интересные. И вот эту статистику отправить уже как рекламодатель. Ну да. Это, наверное, самая вкусная часть этой штуки, если вот именно как этот, очень хреново монетизировать ее, так скажем. А ты помнишь, это чувак сделал этот э, приложеньку, которая бибикала каждый раз, когда... Типа... Да, когда Google стучала, да. Да, стучала Google я его после того видео уже, как бы, в принципе, да пофиг. <laughs> Я вообще был идти. удивлен, что чувак, чувак для этого сделал какой то приблудину. но там и так было понятно, что все сайты используют Google метрику. Вот этот а Как она называется? Там Не, ну, так, или, там, ну там же больше ради хайпа, чтобы нагреть. Да, это... В реальности, да, там много чего собирается. Было. Все так. Мы под этим. Под колпачком, ага. А Вальте нету пока что телеметрию. Ну как, а А, ФСБ? а должна быть. А ФСБ. Не, ну это вот. АКН, АКНБ. Ястро тоже, говорит, у них нету. Говорит, найти. А, ну, вот, покажи а где. Говорит, покажи где. Здравствуйте. Вы что-нибудь нашли? Да, вот так и работает. Что там еще интересного-то было? Да вот, Кеймер Station говорит, что alt... p 11 Kit, norm. ядро и драйвер ставишь из alt... Locostis. Вот Locostis, alt... Locostis, это канал у чувака есть в телеге. Да. Там 9 человек всего. Их не так много. Но парень собирает и Mezu, и Nvidia, и... Kernel собирается с патчами из XanoModa, ah, AMD ah, ah, staging DRM next, которые содержат патчи. Короче, мальца по ядро? Вот а... well, ты знаешь, это не моя тема. Я меньше разбирает все, что вытащено в дополнительной политике вытащено. Then, then open, source, open, open Source ядерных модулей работает из коробки для Nvidia. А я, кстати, с ним общался в каком-то из этих из Bugzilla репортов. Это парень, который собирает как раз-таки open, open source ядерный кусок этот NVIDIA. Ай, да, вспомнил. Было дело, даже общались. Да, можно поставить ядро, все, нашел. Я, я аптереп, который этот VKS kernel. Мне, мне нравится, у него на канале написано, почему свое ядро. В Alt Linux изначально всегда были проблемы с поддержкой железа. Блин, я, который просто перелопатил ядро, сколько, наверное, выходных, три выходных подряд угробил, чтобы настроить ядро, чтобы работало нормально на новом ноутбуке. Так это по твоей вине все-таки вот эти нарушили зависимости, поотлетали пакеты у людей, да? Кстати, мои ченджи, которые мы так и сделали, они все еще находятся в 6.11, это все еще ядро, которое вот сейчас супер далеко, они все еще не приехали. Да, и, кстати, мне не отлетело бы ничего, что у тебя там отлетело. Пробовали ли вы Obsidian? Обсидиан, Obsidian, да. Мы его не пробуем, мы, его, мы пользуемся. <свят> Это я его подсадил еще на Obsidian такой, смотри, что есть. Да. Но, кстати, я до него очень долго шел, очень долго шел. Я потом просто, знаешь, какой-то ролик на Ютубе нашел про... Давай, вот этот немецкий термин, я его никак не могу запомнить. Метод вот этот э, быстрых заметок а, зателькастер, вот этот. Зателькастер. Да, заталькастер. Я уже забыл, как он там называется. И вот я нашел прямо этот ролик, и там чувак просто знаешь, да, что имя там на 50 минут такой ролик, имя так кайфово сделан. Я такой, О -о 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 -о! А, да, я кажется смотрел его, да. и чувак объясняет, как это работает и как с этим работать. Да <bat> mm -hmm. и, и все, короче, этот. И, и так я подсел. И потом потихонечку все свои заметки. У меня как было? У меня даже не в блокноте был. У меня было по старинке. С Windows еще XP. В папочках в каждый текстовой файлик отвечал за свою заметочку. Я потом все это дело перенес. Закостылил через, э, этот, через Synology. Uh -huh. Я не делал так. Кстати, как ты расскажи людям, как ты сделал, чтобы синхронизация была. Этот, Чего с чем? В обсидии. Обсид... А, в Obsidian, Блин, я все еще не доделал заметку эту. Короче, есть плагинчик LiveSync. Не-не-не, стой. Подписывайтесь на канал у Антона. Скоро будет интересный контент. Подписывайтесь на телеграм-канал. Сейчас ссылочку я закину, а ты в двух словах. Да, Шерыч так интригу. подписан. Это... Он уже ругался, какого фига я не сказал, что стрим будет. А... <Heroes> <Wang> а -а да, там, короче, с... надо развернуть маленький сервачок у себя по этим, по può... с... Live... Life... Share... как он там? Сейчас вспомню. <Wang> LifeSync. Вот, LifeSync разворачивается, он на CouchDB работает и отлично работает, собственно. И эта штука нужна... А я, кстати, писал, по-моему, про LifeSync. Все, погоди. Именно про то, как то, чем развернуть, точнее, то, что развернуть и как работает, я уже, по-моему, писал. LifeSync. Спросили в чате, бла-бла-бла. А, нет, это я ничего не... Нет, не писал. Ладно, возможно, это в черновиках осталось. Ладно, не писал. В общем, да, LiveSync развернул. Оно работает. Работает так же, что еще и на мобилке нормально работает. То есть в этом плане прям шикарный плагинчик. У меня работает два плагина для того, чтобы синхронизироваться. Первый — это, собственно, гитовый, который у меня был всегда и изначальный. Потому что в гите можно спокойно еще и откатиться, если что-то пошло не так, и посмотреть, что там было по истории у этой заметки. Ну, то есть можно открыть заметку, только не, не в Obsidian, это уже в VS Code откроешь заметку. И прям историю файла посмотреть. Поэтому у меня изначально и первично работает гид синхронизация а так как гид синхронизация не работает с нормально с мобилкой, я вот этот LiveSync развернул. И LiveSync уже работает нормально и с мобилкой. А так у меня типа два одновременно работает. Единственное, это же не начинает... Syncing этот? Не, nee, это, это, это другое. Как think, ты сказал, извини? Think, think. Think, 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 think. 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 Okay. Right. Вот. Короче, эта штука другая. Это просто как Dropbox все синхронизирует папочку. Ну, им тоже можно синхронизироваться. Но у меня вот через драйв, я тебе показывал, да, я чисто правила создал синхронизацию, но прикол в том, что у меня типа шерится папка кэшет, да, где картинки этот, она у меня и на телефоне висит, и на, и на синологе. Uh -huh. Ну это, это вот прям, ну типа костыль, да, костыль, ну что, работает, 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 Мне пофиг. Вот да. Но типа там, вот она, она в, типа папка кэшет, у тебя она видна в, этом, в, в библиотеке фотографий. Ну да. Как-то так. А что вообще, в какие игры играешь, кроме своих вампиров, сурвайверов? В нормальные игры играешь вообще? Это что такое? Непонятно. Я тут Все это, понятно, ты... вы... Владик вы код закрой, да. Вейс-код закрой, да, пожалуйста. Не могу. Я вот играю в Linux и в код а не играть в игры можно? Слушай, чё, Код, вот, он я вот Владик Брутал, когда мы с тобой закупились, закупился, я его открыл, две минуты я в нем просидел, меня что-то отвлекло, надо было ответить, я его так дальше не продолжил, у меня он все еще висит, чтобы поиграть. Я тебе больше скажу, я дошел до первого босса и такой, ой, нет, не хочу. И пока что отложил тоже. Но игра, кстати, очень годно сделана, на самом деле, прям. Но прям начало. Это ж калька с э, халвы. Ну, прям вот, вот один в один там. А, я вспомнил. Я, короче, этот. В Битсейбер играю ночках. во. Режу кубики под бит. Я тоже резал. Все. Да это мои игровые, как и в изыски, закончились. Слушай, слушаем. Очень полезная игра. Очень да, полезная вообще игра. Бро, в, реаль... <laughs> в реальности потом потный весь выходишь после хардовых Но каток Это, типа... типа... это же получается антискуф, да? <laughs> Я бы сказал, это прям фитнес-гейм. Фитнес <laughs> Что ж, наверное, пора закругляться. Можно, да. Чат -скиз. Да, есть такое уже, что-то как-то, видимо, разошлись. Что, что там у нас ну, по, по народу? Поздновато уже. Сейчас ну да, уже вот 12. подразошелся мальца народ. Программисты, они же рано ложатся спать. Либо ага. уже начали работать. Рано, рано, рано ложатся. Ага. Спят они обычно где-то в 3-4 часа ночи ложатся только, если у тебя все хорошо да. пошло. Я же я ж рассказывал тебе, у меня прикалывало, когда этот, я такой на заводе уже почти смену отработал, а такой, привет, доброе утро. И, в смысле, блядь, куда? В смысле, доброе утро? А, а, я только закончил. Ты когда в кураж уходишь, такой, типа, время, чё, куда, о а чем? Ну, все, лады. Давай тогда, наверное, сворачивай трансляцию. Слушай, а может я ее перезалью и себе на канал? Хочешь? Что, было перезалить. Весело. Давай. Как? А я вот ее не писал, только единственное. Так что придется скачать и перезалить. Ну, ты мне скинь поток. Поток. Ладно. Ну, сейчас она, когда завершится, когда ну, появится. И скачаешь уже это. Давайте, спасибо за стримчанский от плафона как будто мало кто пришел. Это... Вот оно по ссылкам люди вообще, если честно, не любители переходить. Вот, типа, если человек сам, я замечал, если человек сам подписан на канал, типа, да, он зайдет, ну, типа, посмотрит. А вот чтобы по ссылкам переходить, вот прям единицы. Вот, типа, если ты, вот, кинули бы прям сам поток в чат, да, Типа, от я сам и поток смотреть. в чат и кинул, что под названием. Не, У меня в Телеграме в, в телеге в этот идет же стрим еще. Не, да понятно, но ты не понял, про что я говорю. Именно само а, видео помню. встроено в сообщение тогда... А будет это, а это ждем, чтобы телега уже раздуплилась так делать красиво. Вот. Ну да, чат что с ютуба можно было и не открывать. Там писал только Павел и Ильдар. И надо Антон. Привет. Я да и все. В целом на это. Рутуб. Рутуб если честно, печально. Но вот у меня на самом деле ставки были больше на Рутуб, если честно. И что-то они вот прям, у них был такой момент. Надо было вот именно вот, вот когда у них именно момент этот был, и они его, мне кажется, просто да. И все. Да у них, видимо, ВК. куча легосятины под капотом. Проект-то старый в реальности. А... Вот те же самые стримы, ребят, уже два года прошло. Но вам так сложно было переделать стрим начала, что не 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 нет, ты не понял. Внешко... У них внешко... первое, у них первое, что проблема с модерацией, с автомодерацией. Автомата, у людей по несколько раз банит ролик. Я я уже где-то пятого или шестого блогера большого читаю, который пытается перейти на Рутуб. И он он такой говорит мне разбанили ролик мы поговорили типа с модерацией И через через два часа мне снова забанили ролик это неприемлемо это помимо вообще технической составляющей это, 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 это вообще они не немыслимо у них что ручная модерация идет на все ролики тогда Но, это учитывая, катастрофа учитывая что тебе премодерация роликов стоит а не постмодерация то а -а. это катастрофа Чего нет да? Кажется, так и есть. Придется ну, нам потом свой сайт поднимать. Я так понимаю, что платформа, вот эта вот, платформа видео, которая, она там что-то как-то пока заглохла, я так понимаю. Пель видео, которое. Угу. Ну, посмотрим. Как и ум. Я видел, что Горшенин пытается в этот, на ум этот, заливать ролики, но что-то там у него тоже не плывет особо. Ну, ну. Блин, у них же, что у второго, что у первого, ну в смысле, что у платформы, что у Нума, нету пока вот этих, как его, чем заманивали на ВК и Рутуб, что чуваки с Рутуба и ВК делали вот эти, все-таки это частично работало, а, эксклюзивные видеоролики, что ты такой берешь, а вот на, и на Ютубе, потом они их рекламируют, что типа ребят, а вот эксклюзивный ролик у меня вышел, вот там-то на Рутубе или на ВКшечке. И, ну, народ-то технически то, -то все-таки шел, все, все же. У пока ни у платформы, ни у Нума вообще такого нет. Ну, не, нету перелива аудитории, с чего вдруг я должен пойти на Нум. Аналогично, с чего вдруг я должен пойти на платформу. ВК хотя бы есть у всех? Ну, типа, технически, все-таки все равно есть у всех. Хочешь того или не хочешь. А Рутуб просто где-то затерялся, и о нем постоянно все говорили, даже на федеральных каналах. Типа, ребят, вот у нас есть YouTube, вот есть своя платформа. И, ну, волей-неволей с вами рекламировали. Хотя платформа, мне кажется, влетит поинтереснее. Ну, типа, она хотя бы работает поадекватней из того, что... А у них до сих пор ограничение в UHD, да, стоит? А я фиг знает, я уж туда не заходил, хрен вот тучу времени. Я еще я еще больше люблю. Платформа. Впервые слышу Константин Шустрый, Шустрый говорит. Да я вот что-то даже вспомнить ссылку, вот сейчас надо зайти в вот этот. Там что-то PL видео, как оно там называется? Да, сейчас найду, у меня где-то ссылки лежат. <laughs> да, plvideo.ru plvideo.ru И она даже работает. Даже, возможно, там стримы можно вести. Просто там народу как бы не так много. Не-не-не, подожди, там ограничения до сих пор... Ограничения висят. Да. Ну... Не, ну это все печально на самом деле. Хотя комментарии типа есть, у меня 13 комментариев. Что-то пишут. Ну, рука это сфера за название. Не, ну это классика. Ну, типа, тут опять же все плохо. Пока, 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 пока непонятно. Вот я, я сам в этом в подвешенном состоянии. Типа, что-то хочется и отечественно, с одной стороны, поддержать, я Пока а что на YouTube льешь, да. Я вообще не люблю, пока что никуда. Ну благо. да, я заметил. Вы, вы все заметили. Больше как скатался в Лондон, так ролики больше не делает. Слушай, Хоть у меня почти 60 тысяч, а ролик. Меня нет. это мати... Да, меня, но меня, с другой стороны, это мотивирует. Может, все-таки я успею до доскакать-то, кнопочку снять-то. Хотя, знаешь, я так думал, я раньше очень сильно хотел кнопку. И что ты мне сейчас это такое я думаю, Ну, зашкварший какой-то с этой кнопкой. Что-то уже как-то не хочется, знаешь. Не, ну, раньше YouTube. Ну, не знаю, что-то этот уже как-то раньше YouTube кнопка, типа, это было прикольно, а сейчас что-то с их последними вот этими мувами, ох, они что-то... В моих глазах они так, как в сторону Sony, и с Ubisoft там катятся, знаешь, такие, ребята, подождите, третьими будем, ну, как бы это очень печально, на самом деле. Это да. А, из э, политическо-экономического, вот. Uh, Тим Кук-то пожаловался. Там. На Вилсакома? На... Нет, на Евросоюз пожаловался. Я думал, на Вилсакома что? Что Макс Мукаспаковал раньше. Да что, пускай жалуются. Там Евросоюз, по крайней мере... ну Пока все законопроекты прикольные в Евросоюзе. То, что они прогнули их на магазин отдельный. Mm -hmm. На то, что NFC надо открыть, и то, что, ребят, нужна не только ваша Apple. И Pay. Ой, ой, а ой, не нравится, ой, а не что -то, нравится. Что-то ребятам не понравилось. А, они же их прогнули на Type-C нормально, чтобы был вместо лайтинга. А потом начали. И то, а а и... потом начали выдумать а мы вообще-то всегда хотели, чтобы вы подключили внешний носитель и записывать сразу с айфона на внешний носитель. И такой, да-да-да, свежо предание. <laughs> uh. Не, в этом плане, конечно, Евросоюз по плане именно цифровой безопасности довольно классные законопроекты пишет. Тот же GDPR, который был написан, то, что ты можешь удалить с платформы свои все данные, и это и правда, блин, исполняет, это круто. Мы уже заколебались соответствовать этому правилу. Везде надо везде оставлять эти ручки, чтобы можно было удалить данные пользователя. Но закон есть закон. Что ж, что ж. Че, будем Антон. закругляться. У нас почти два часа Было. без четырех минут. Было приятно с Пообщаться. вами познакомиться. Познакомиться, спасибо. Вы очень приятный молодой человек. Что ж, ладненько, тогда всем пока. Но я человек женатый, поэтому давайте прощаться. Всем спасибо за стрим, кто пришел. Кто ушел? Кто сидел, кто не досидел. И увидимся на новом стриме, вот там Пока. Это, нашей ручкой, да.